меня. Можно уйти от меня? Уйди от меня. Уйди от меня. Отдыхайся, дура. Уйди от меня. Хочешь со мной общаться? Что мне говорить? Я хочу выйти замуж за иностранца. Would you like water? Напиздилась. Наигралась. Да можно раз, nobody, no fucking shit, nobody. Is it помещение? Like sex, nobody. Like room. Fucking shit, no. Вот ты лесом, блядь. Мой брат учится в Оскварде, ничего так. В Оскварде. И меня. Идите нахуй. Вы меня довели, вы все. Держи ее. Держи вот сюда. Отпустите меня. Тебе и во мне. Секс — это очень грязное слово. Как опиум. Лиан, вы, по-моему, что-то потеряли. Вам так не кажется? По-моему, мне очень кажется, вы что-то потеряли. Прикрепите. У меня наращивание. Здравствуйте, я Ксения Собчак. Это Телепрограмма 2, где одинокие сердца ищут друг друга. На прессе творится хаос, как и на поляне, так и на острове любви. Две пары Валерия Бабельмяса и Диана Чепизубова вновь расстались. А что будет дальше, вам расскажет Ксения Собчак. Ты самая дикая слабость. Я без тебя задыхаюсь с тобой. Да и Лиза, не открывай, ты же ночь сломаешь. Ты больная, Лиза, встань. Собчак! И это Телепроект Дом 2, где же такие сердца ищут друг друга! На проекте творится хаос! Как вы на поляне? На красной дорожке! Ебал! Да, на красной дорожке, ребят! И боли, и жажды! Это ты ёбнутая тварь, блядь! Я не ёбнутая, блядь! Я не ёбнутая! Всем привет! Я Лиза Калтыгина, и ты проект Дом 2, где ты такие сердца и ищу друг друга! Ничего не буду значить для меня. Нет, мне не надо ничего покрепче. Достаточно глотка воды. А ты опять пьешь свой любимый алкогольный кофе? Тебе это вдохновляет? Так, так ли? Знаешь, у меня здесь снег грязнеет, леденеет крыши, а у тебя там апартаменты либо в Токио, либо в Париже. Все замечательно, милый. Мне не скучно. У меня есть Есенин, Бродский, и на чай ко мне приходит Маяковский. А по вечерам я устраиваю параллелепипеды из светящихся окон домов. Мыслями. Составляю график из ивших. Там, где виднеется из облаков. А на 14 мне так страшно, что ноги сводят до дрожи. А там внизу ледовый лед леденеет и падает камень. Здравствуйте, я Ксения Собчак. И сегодня у нас репортаж самого главного места события. Яма, на которой отдыхают самые лютые наркоманы и просто отбитые тусовщицы. И сейчас будет возникнуть главный вопрос. Что же они делают днем в данной... Со мной, девочки! Сегодня мы снимаем гардероб данного... Секси товарища, а вообще по факту, сами знаете, по какому факту. Расскажи, что на тебе вот за это вот инфернальная такая вот штучка? Что, сколько ты стоишь? Так, секонд, 100 евро, 100 евро. На рубли, пожалуйста, у нас аудитория очень мало. 7300, окей. Далее, идем дальше. Что у нас здесь? Свитерочек очень такого Манкюр. Ужасного качества. Цена, 15 тысяч рублей. Слушай, ну ты вообще подешман этот самый, по-моему, вообще задрипанный бомж. Далее, что мы идем, сумочка. Мамин Джейкобс, разъебанный мамин. Приблизь. Цену скажи. 12 500 тысяч рублей. Так, ну, по мелочи, что штанишки, наверное, полторашечка, да, тысяч? 3 500 меч. 3 500,
Это мы знаем все прекрасно. Даже снимать не будем. В общем, так одет наш несчастный ямщик. Так, здравствуйте, я Лиза Калтыгина, и моя новая рубрика «Осторожно, Калтыгина». И у нас новая моя лучшая подружка. Вылезет, конечно, она не для эфира, но так. Ну, давай развеем все тайны и догадки. Все-таки, сколько стоит твой шмот? Давай только по-честному. Не надо говорить, что там 500 тысяч. Все, мы все прекрасно знаем. Да, да. Это пожалуйста, no name, вот no name, это. No name. Ну, сколько приблизительно? 7 миллионов. 7 миллионов. Да, он еще гадкий, врун и негодяй, оказывается, Георгис у нас в Батенеле. Да, давай не пизди, пожалуйста, штаны. Ну, минус, да. Ну, окей, ну что за бренд? Ну, что за бренд? H&M, кого ты дуришь там? H&M. В H&M стоит, прости, обманывает. Прости, был неправ. Так, дальше что? Футболочка. А футболочка реально H&M. Ну, сколько? 300 рублей. Будем уж честны, 200, откровенно. 200. Далее. Ты вниз это снимай. Это подарок Louis Vuitton. Ну не поверю я, что такое говно Louis Vuitton шьет. Ну да, Рибок у нас тут. А еще лучше.